Так это уже следующий день. Вот вчера залили, а ночью, вчера вечером, и, по-моему, ночью дождик лупил. Вот довольно ровно получилось. Ну вот есть маленький островочек такой, незначительный, но слой воды совсем маленький. Бортики деревянные, фанерные, все протекает. Я считаю, что выровнено, ну, хорошо, хорошо выровнено. Вот, сейчас засыпаю, и воду опять включили, подали, чтобы пролить это все. Здесь сейчас все заполнится, я еще насыплю, потом еще раз подождем, когда вода осядет, и тромбанем. Все будет нормально, отлично все будет. Ну вот перед тем, как я окончательно его засыплю, просто хочу еще пару моментов. Вот он так выглядит. Еще поставят красивые крышки. Сейчас досыплю все под заподлицо на уровень этой верхушки, и все будет, можно считать, уже окончательно готово.